В режим онлайн перешли и представители власти округа. В Люберцах состоялось заседание Совета депутатов, которое провели им по конференц-связи. Идея замечательная. Идея отличная, Саш. Все на связи. Доступны все на одном экране. Заседание Совета депутатов, сидя на диване. Еще месяц назад о таком формате народные избранники не могли и подумать. Поводом для виртуального совещания стало обсуждение вопроса о проведении дальнейших встреч в дистанционной форме во время самоизоляции. Правительство Московской области губернатором было выпущено постановление о том, что Советы депутатов могут проводить решения, принимать, чтобы не останавливалась работа администрации, работа органов. Мы подключались через приложение. Все друг друга видели на экране. Если даже депутат не может прийти там к своему стационарному месту, компьютеру, да, и если там где-то он в передвижении, хотя сейчас передвижение, мы знаем, ограничено, он даже может выйти с мобильного телефона. Оставаясь по ту сторону экрана, в работе Совета поучаствовали 18 депутатов. Они единогласно проголосовали за принятие решения работать в дистанционной форме. Отметим, люберецкие народные избранники первыми в Московской области провели заседание в режиме онлайн. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.